Я желаю, вас беспокоит командир отдельного батальона, который у вас сейчас держит, зажимает сейчас, в данный момент, после вашего акта обстрела. Мой позывной Гиви. Ну и как это понимать? Это прекращение огня такое? Я за... Какого танка? Что ты морозишь? Как ваше звание? Товарищ полковник, побойтесь Бога. А вот только что вот мы вот снимаем на камеру, и я буду передавать в генеральный штаб. Только что это было? Вот Д-30 обстрел, куда летел? Да конечно, конечно, конечно. А с Авдеевки откуда летит? У меня есть все данные, где вы стоите в Авдеевке. И там стоят... Нет, вы смотрите сюда. Еще один выстрел в мою сторону, и я тебя с лица земли сотру. Ты меня понял? У меня сил хватит. У меня сил, моего батальона, я тебе отвечаю, я тебя раздавлю, как жабу. Еще один выстрел в мою сторону, ты меня понял? Я не угрожаю, я то, что говорю, то я делаю. Да, конечно, конечно. Да потому что вы там сидите на жопе ровно и боитесь высунуть свою жопу. А где вы героями себя почувствуете? Притонил мне украинское телевидение для съемок. Кто расстрелял наших людей с белым флагом? Мы, что ли? Я задаю вопрос, кто расстрелял? Мои люди или твои люди? Надь, конечно, ты ничего не знаешь. Или поляки ваши? Французы, немцы, которые тебе помогают там. Да, конечно. Короче, я тебе предлагаю последний раз. Это мое последнее тебе предложение. Еще один выстрел, я тебе разотру порошок. Ты меня понял? И меня никто уже не остановит. Ни министр обороны, ни главнокомандующий, никто. Ты меня понял? Ты меня услышал? В данный момент кто стреляет сейчас? Мои люди стреляют. Мои люди. А я откуда знаю? Я вот возле аэропорта, Да ладно. Вот именно. Ты дал команду не стрелять артиллерии. Молодец. Вот. Тогда значит, что вы творите, я спрашиваю. Выходите из аэропорта, выходите. Нет, ты отдашь его сегодня мне. Выйдите сегодня. Это я тебе даю добрый совет, выйти из аэропорта. Я тебе отвечаю, хоть один пьяный твой недоделанный офицер, там, или солдат, наемник, я не знаю, кто там. Хоть одна пуля выстрелит в мою сторону. Я пущу сюда всю артиллерию свою. Это только предупреждение было, что я могу с тобой сделать. Я пущу всю свою артиллерию, всю. Все танки, всю свою пехоту. И тебе разотру порошок. Мой батальон самый сильный. Понял? Я тебя предупреждаю еще раз. Я тебе еще раз. Еще один выстрел твоей артиллерии, и я разотру вас порошок. Один патрон. Вот сейчас что происходит? Объясни мне. Ты знаешь, у меня частный сектор? Послушай. Да ты что? Накрывать меня. Ну давай потягаемся. Потягаться за мной хочешь? Ты за мной потягаться хочешь? Ты недоделанный дебил. Ты на моей земле, тварь. Иди, сука, тебе. Слышишь, какая твоя земля? Бендера недоделанный. Какая твоя земля? Я здесь вырос, я здесь работал. Я открывал, поднимал. Ты откуда взялся? Ты на шишках всю жизнь держались там. И ты приехал мне рассказать, что твоя земля. Это моя земля, это не Донбасс, я здесь родился. Я не родился на Украине, я родился в Донбассе. Ты меня понял? И я прошел великолепную школу в Десне. Это тоже моя тема работы. Это тоже моя ПКВТ моя работа. У меня ПКВТ нету. Кто стреляет? Ответь мне. Кто это стреляет? У меня ПКВТ нету. Ну кто это стреляет? Доложи мне. Кто? Вот значит разбирайся и звони мне. Будем разговаривать дальше. Я его, сука, сегодня с лица земли сотру. А кто это был? Полковник, командир 93-й аэромобильной дивизии. Привет, Стас.